Я ежегодно проходила обследование, и в тот год, когда меня обнаружили, я точно так же, анализ крови, посещение гинеколога. Я так ответственно к этому относилась, потому что тело мое, здоровье мое, и я думаю, что ответственность за это несу я, а не врачи. Некоторые говорят, что я не хочу знать, пугаются. Но для меня знать правду – это реальность. С правдой можно что-то делать. Если есть заболевание, лечить. Если нет, спокойно жить до следующего обследования. И я подумала и решила, что я так беспокоюсь, мне нужно точно знать. Вот. И поэтому я пошла сделать маммографию платно. И так была опухоль обнаружена. Врач, который делал мне маммографию, сказал, что нужно обязательно делать биопсию. После экспресс-анализа он минут 20. Она вышла и сказала, что я думаю, что вам нужно к онкологу. Вот, есть атипичные клетки. Говорила она так, ну, без испуга. Абсолютно так. Я тоже не подумала. Но, говорит, нужно дождаться второго анализа. Через 2 дня я забрала, когда анализ. Там было написано рак. Ну вот почему-то я не могла этому, честно говоря, поверить. Мне кажется, это был шок и какое-то бесчувствие. Я была уверена, что этого нет. Поэтому я забрала и стекла, и заключение, все, чтобы это перепроверить. Период подготовки к операции прошел для меня очень быстро, потому что я занята была подготовкой. Я очень много читала про свою опухоль, поняла, что это бесполезно. Это язык статистики, это цифры. В них нет совсем ничего человеческого. Когда говорят о 5-летней выживаемости, 5 лет для меня это очень мало. Вот. И когда говорят 98%, всегда я думаю, сколько людей в тех 2. Конечно, как хорошо, когда ты в 98, но есть еще и 2. Поэтому как-то я поняла, что цифры меня совершенно не успокаивают. Но я была так занята анализами, изучением каких-то вещей, как устроена опухоль, что это такое. Мне интересно знать все. Когда я знаю все, я знаю, как с этим обходиться. Для меня это про уменьшение страха. Страх был большой. Для того, чтобы он уменьшился, мне нужно знать про то, как обстоят дела на самом деле. Я точно знаю, что в тот период все, что я делала, было правильным для меня. Я благодарна моим близким, которые могли выдержать и мои страхи, и мои разговоры. Которые не пугались. Моя мама очень сильно переживала. Она, когда видела меня, плакала. Это для меня было очень тяжело. Для меня это было равносильно о том, что меня оплакивают. Я перестала общаться с людьми, которые говорили мне, держись, все будет хорошо, ты должна бороться. Я знаю людей, которые заболели, они живы. Но мне это ничего не помогало. Для меня это было о том, как будто обесценивание моих чувств. А ничего говорить-то и не надо. Просто быть человеком. Елизавет Кублер-Росс, она говорила, горе утихает, когда оно разделено. Я благодарна своей подруге, которая в тот момент, когда я видела, что я абсолютно в шоке и не соображаю, что мне говорит врач, просто разговаривала со мной, водила меня за ручку. Я не знаю, мне такое ощущение, что я с этим бы одна не справилась. Вы знаете, операция – это всегда испытание для человека, потому что ты должен довериться другим людям, которых ты не знаешь. Я очень долго думала про страх. И я поняла о том, что страха никому не избежать. Его невозможно ликвидировать. Бежала к врачу, когда он уставший, идет после операции. Я говорю, я хочу знать, как будет проходить моя операция. Он немножко так говорит, я не понимаю, зачем вам это нужно. Я говорю, вы знаете, мне так спокойнее. И для меня большим доверием было, когда он рассказал о том, что он не знает, что есть 3 варианта. И основное, когда он скальпелем разрезает, он тогда видит, что делает опухоль. Поэтому, говорит, я предполагаю, что операция может идти так, так и так. Вот. И как она пройдет, я не знаю. Это объяснил он мне очень доступным, без всяких медицинских терминов.
И от этого у меня было большое уважение и доверие. Такое вот очень странное ощущение было. С одной стороны, ты очень хочешь этой операции, а с другой стороны, ты очень ее боишься. Вот. И другого пути нет. Я не знала, что такое химиотерапия. С одной стороны, я опасалась. С другой стороны, я была же в больнице. Я видела людей. Я боялась не как самой химиотерапии, а последствий, что выпадут волосы, что меня будут тошнить. Ну, это, конечно, не очень приятно. Да, и химиотерапию я достаточно тяжело переносила. Внезапно как-то у меня было... Ты вот вроде бодрый и веселый, и потом внезапно ты устал. Но потеря волос, наверное, меня огорчала больше всего. Я сейчас не боюсь экспериментировать со стрижкой, с цветом. Вот, потому что, я сейчас говорю, волосы не зубы, они отрастут. После операции я осознала о том, что руку нужно разрабатывать. Она не поднимается, то есть нужно делать массаж. В Боровлянах тогда был спортивный зал. Там мы ходили под музыку, там показывали, как разрабатывать руку. И я точно знаю, что это очень важно, потому что тебе сказали, ты забыл. Ты сделал, ты запомнил, повторил, ты понял. Когда я уже смогла руку поднять вверх, это было очень радостно. Очень трудно поверить, что все, что в этот момент есть, оно пройдет. А это все проходит. У меня было хирургическое лечение, потом химиотерапия, и потом 5 лет гормонотерапия, тамоксифен. И через 3 года... После приема тамоксифена у меня начались побочные эффекты. Я каждый месяц делала УЗИ, потому что каждый месяц у меня все менялось, у меня там что-то вырастало, что-то это. И я поняла, что вот так каждый месяц стрессовать – это не для меня. Знаете, когда вот врач говорит, что гистерэктомия с придатками, ну, радости никакой, конечно, не возникает. Я думала, я долго думала, я чертила на бумажке «за», потому что эта операция тоже имеет побочный эффект, и я про них знала. Мне очень важно было это взвесить. Тебе врач рекомендует операцию, ты можешь от нее отказаться, и ты имеешь на это право. Как можешь отказаться от лечения или от каких-то вещей, это твой выбор. Я выбрала это. Для меня это решение было правильно. Вообще, так как в моей истории только один родственник с раком молочной железы, я пошла к генетику и сделала анализ. Вот это можно сделать свободно. Версия подтвердился, но мне нужно было поговорить с врачом. И я поговорила с ним. Он сказал, что делать операцию не обязательно. Маловероятно, что он будет. Я говорю, ну есть хоть чуть-чуть? Он говорит, ну, конечно, всегда есть. Вот. Никто вам гарантии скажет, что в той груди не будет злокачественных клеток. Я говорю, ну, тогда меня так точит червяк, что я хочу удалить. Знаете, о чем никогда не говорят онкопациенты? Они не говорят о смерти. Ну, это заболевание то, которое может привести к смерти. Для меня вот этот страх, это был про страх смерти. Я четко осознала... То есть я тогда не думала вообще, что я умру. Я вообще никогда не думала про смерть. Никто не знает, когда, и никто не знает, как. И с этим было очень сложно смириться. Теперь, когда я знаю про это, для меня сейчас не количество дней важно, а качество. От этого мой страх меньше. То есть если будет рецидив, то я как-то буду поступать. Я не знаю сейчас, как. Возможно, я откажусь от лечения, возможно, я буду лечиться, я пока не знаю. Но то, что вот сейчас я живая, я живу, со мной все хорошо. И для меня важно каждый день, чтобы это был качественный день. Что если это будет вдруг завтра, все ли я сделала сегодня?